Так, 28 августа 2021 год, Харьков, 23:34 по Киеву, в Харькове. У нас натуральная половинка луны. Просто невероятно классная погода у нас образовалась сегодня. Расцениваю это как подарок матушке природы мне на день рождения. И абсолютный штиль. Нет облаков, есть какая-то, по-моему, дымка, но совершенно несущественная. Снял Венеру на закате. И вместе с Юпитером и Сатурном. О, ты посмотри, какая краса. Так, это первый дубль ISO 125. Вечерний терминатор, о, как у нас он уже близко к кратеру Платон. Сейчас попробую резкость. Да. Конечно. Тяжело на столь маленьком экранчике увидеть, попал ты в резкость или нет. Уже потом на мониторе видишь, что промахнулся, проскакивал мимо оптимальной резкости. Так, хорошо. Сейчас я все-таки упорно буду пытаться на этом ISO снять Сатурн. Хотя он точно будет тусклым и блеклым. Еще в него попасть. Вот, вот это, по-моему. Сбежать пытается из кадра. Ничего.
еще сейчас найдем. Ну вот он, собственная персона. Ну я надеюсь, все-таки пусть тускло, блекло, но будет виден. Смотри, какой красавец вообще. Параллельно линии горизонта практически шпарит. Невероятно насыщенный съемками день, и ночь будет тоже насыщенная, потому как в 3 часа ночи будет МКС пролетать возле пояса Ориона. Так, сейчас. Сейчас, секунду. Ножки штатива мешают. Рокировочку сделали. Перебор. Не получается попасть нормально. Так, слева от Юпитера идет спутник Ио, потом Европа, потом Ганимед. И Каллисто сейчас появится. Ну. Каллисто, где ж ты, Каллисто? А вот он, Каллисто, слева в верхнем углу. Так, сейчас буду уменьшать выдержку в надежде увидеть экваториальные полосы. Так. В окуляр видно хорошо. Увеличил выдержку, дабы по спутникам навестись, резкость поставить. И вот сейчас, мне кажется, оптимально видно экваториальные полосы. Боже, ну как шикарно я их вижу в окуляре. Почему же это не передается все на экран?
Просто великолепно я вижу экваториальные полосы. Ладно, хорошо. Достаточно устных рассказов. Это дубль первый ISO 125. Ох ты, елки-палки, ты посмотри, у нас облака. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну вот тебе, пожалуйста. Перехвалила матушку природу. Ну буквально прямо на глазах затягивает. Ну что ж поделаешь. И на том спасибо. August 8, 2021, Харьков, 23:46 по Киеву. Да, жаль, не, жаль, не жаль. Наснимались мы вдоволь. Потрясающе. Где же взялись облачка? Такое чистое небо было. И штиль полнейший. Очень хороша луна, очень. Ну ладно, посмотрим. Если повезет, снимем в 3 часа. В 3:10 будет МКС пролетать возле созвездия Ориона. И в 4:40. МКС большую дугу по небосводу сделает здесь над Харьковом. Если будет хоть малейшая возможность это снять, я это сниму. Давно я уже МКС не снимал. Ладушки. 23:47, 28 августа 2021 год.